Привет всем! Я чемпион Бурабай Open Snow в эфире. И пришло время разыграть бронзовый комплект медалей нашего турнира. Ну что, кто чемпион? Курорт Бурабай приветствует участников международного турнира «Я чемпион» Бурабай Open. У микрофона Закиржан Мамлютов. Это игра за третье место, дорогие друзья. И в сегодняшнем поединке встретятся команда из Алматы «Торнадо» и команда из Узбекистана «Сайхун». Нам уже известно, что бронза по-любому уедет на юг. Вот только куда? В южную столицу Казахстана или к соседям в Узбекистан? Итак, на кону третье место. Девчонки и мальчишки, на ваших играх уже полюбившаяся команда из Алматы «Торнадо». Үшінші орынға талас болайын деп тұр. Сонтан енді балларыма жеңіс тілеймін. Осы уақытқа шейін келіп, осы үшінші орынға шейін келіп енді. Әрине, сәттілік жеңіс тілеймін балларыма. Эта команда ворвалась в нашу игру и очень результативно. Встречайте, команда «Сайхун». Финал не получилось, конечно, Джолбарс Лар команды, команды тоже были усилены. У нас много, допустили много ошибок, за это мы проиграли. Ну, сейчас подготовились еще, над ошибками поработали немножко. Постараемся без ошибок и выиграть, конечно. Команда из города Алматы, «Торнадо». Команда «Сайхун» Узбекистан. Бригада арбитров в таком составе. Главный судья соревнований Михаил Дедов. Судьи на площадке Мейрамбек Утенов, Анна Тобаш, Роман Дедов. Разыгрываются беговые дорожки. Команды не смогли попасть в финал. Но, тем не менее, они в четверке лучших. И сегодня у одной из спортивных дружин есть шанс стать медалистами турнира. Надеюсь, что поражение в полуфинале только добавит ребятам по-хорошему спортивной злости. А уж в том, что болельщики окажут им бурную поддержку, я лично не сомневаюсь. Итак, основные правила игры. Каждая победа в предварительных игровых конкурсах дает команде 3 секунды форы на старте финальной эстафеты. По итогам квалификационных конкурсов определяется общая разница заработанных командами секунд. Именно с этой разницей во времени команды стартуют на финальной эстафете игры. Победителем всей игры считается команда, завершившая финальную эстафету первой, с учетом нарушений, которые фиксируют боковые судьи. Я чемпион, я чемпион. Мы хорошо подготовлены к первому конкурсу. Вчера мы достаточно потренировались для этого. Я думаю, что мы победим. Өз басым мен қорқып қобалжып тұрмын, бірақ біз бұяққа жеңіске жету үшін келдік. Бірінші, екінші орында алмағандықтан, бірақ үшінші орында алып кетуіміз керек. Итак, на кону бронза турнира. Ну что, погнали завоевывать медали. Конкурс первый в многоборье. Начинаем по свистку.
третье место. «Торнадо» против «Сайфун». Обе команды опытные. Первый конкурс – конкурс многоборья. Задача игроков все та же, что была и в предыдущих частях нашей игры «Я чемпион» «Буровай опыт». Каждый из игроков своей команды должен пройти этого сумоиста, обойти вот эти кубы, сделать кувырки и вернуться с эстафетной палочкой к своей команде. Ну а потом будет делаться все столько раз, сколько участников в командах. По три игрока на нашей площадке. Нос к носу идут команды. Отмечу, что обе команды в 1/8. В полуфинале доказали право бороться за бронзовые медали. Немного им не хватило для золота, но ничего. Я думаю, что это не расстроило команды, хотя, наверное, доли какого-то неудовлетворения были все-таки. Но сейчас каждая из команд постарается забрать бронзу. Ох, какой толчок! Сумоист отрабатывает на 100%. Бывали случаи, когда сумоисты как-то вот статично себя вели. А вот здесь сумоисты жаждут, конечно же, как минимум остановить противника. А как максимум вырвать у него те секунды, которые необходимы будут его, их вернее, команда. Напомню, что в сумоистских костюмах оппоненты из двух команд. «Сайфун» лидирует. 7 игроков на площадке. «Торнадо» немного отстает. Итак, я скажу, что бронзовый финал, он у нас международный. Были команды из России, команда из Узбекистана. Но вот только наши южные соседи смогли пробиться в финальную стадию игры. Так, «Сайфун» не медлят. Последний игрок на площадке. А вот с «Торнадо» что-то там произошло. Отстают. Отстают алматинцы. Ну, команде «Сайфун», как мне кажется, вообще все равно. Их задача сегодня вырвать бронзу. А вот команде «Торнадо» нужно что-то делать. В финале две команды из Казахстана. Финальный свисток. Ждем итогов. Хотя, как мне кажется, все и так понятно. Я не знаю, как переводится название команды «Сайфун», но мне кажется, как быстрые-быстрые. Команда «Сайфун». В конкурсе многоборья победу одержала команда «Сайфун». Команда «Сайфун». Первый конкурс, первые бонусные 3 секунды в копилку. Қазір онша қатты көңіл күйіміз жоқ. Себебі бір ойын ұтылдық, бірақ алда әлі 4 эстафета бар. Сол 4 эстафетаны ұтамыз деген үміттеміз. Мы долго готовились к конкурсу «Канат», и мы выиграем их. Не знаю, кто и когда придумал перетягивание каната, но сдается мне, что это было давным-давно. Классический конкурс на нашей спортивной площадке. Вообще считается, что конкурс перетягивания каната самый динамичный. А будет ли это так, посмотрим. Ну что, кто вырвет победу, «Сайфун» или «Торнадо»? В предыдущих играх «Сайфун» легко расправлялся со своим соперником, а вот здесь у них это не совсем получается. Все, проиграли «Сайфун», проиграли. Ждем главного судью соревнований Михаила Дедова. Ждем. В конкурсе «Канат» победу одержала команда «Торнадо». Команда «Торнадо» не собирается отдавать бронзовые медали. Что же будет далее? Смотри, не переключайся.
Дорогие девчонки и мальчишки, мы находимся на трибуне, рядом со мной Ксюша. Ксюнь, привет, как дела? Дела супер. Как тебе наша игра? Игра очень крутая. Ты бы сама поиграла? Да. Побегала, попрыгала, как все, да? Обязательно. Значит, смотри, Ксюнь, вопрос тебе такой. За какую команду ты сегодня болеешь? Я болею за команду Сайхун. А, это те, которые гости у нас в Казахстане, да? Да. Ребят приехали. Ну что, чего ты им пожелаешь? Я пожелаю им побед во всех играх. Молодец, правильно, так и надо. Тем более, что они бьются за бронзу. Ну и самое главное, ты знаешь, какой конкурс дальше будет? Да. И объявим его вместе. Давай. Давай, я начну. Встречайте, конкурс... Гигантское колесо. Все правильно, конкурс «Гигантское колесо». Судьи готовы? Третий конкурс «Гигантское колесо». Задача команд – пройти половину пути, находясь в гигантском колесе, потом быстренько перепрыгнуть на самокат, вернуться к команде, передать эстафетную палочку. И все это будет происходить до тех пор, пока команда не завершит вот этот забег. Третий конкурс. Счет по итогам двух этапов 1-1. Сейчас... Команда «Сайхуна» отстает, команда «Торнадо» немного впереди. Ну, я сразу скажу, что ставки высоки, падать нельзя. О, какой двойной был переворот. Ставки высоки, падать нельзя. Борьба за бронзовые медали, как «Сайхун», так и «Торнадо» понимают это. Они прошли долгий, тяжелый путь к этому бронзовому финалу. И теперь они просто должны... отдать все силы и эмоции, потому что это для них последняя игра. «Сайхун» все еще отстает, но я думаю, что у них еще будет возможность нагнать своих оппонентов. Да, к финишу практически одновременно подходят обе команды, но вот сейчас стартует «Сайхун» чуть-чуть позже. «Торнадо» впереди. «Торнадо» молодцы. В первом конкурсе проиграли, но потом собрались и в канате просто в пух и прах разорвали команду из Узбекистана. Какая мощь, сила, ну и, наверное, тактика была у команды «Торнадо». Здесь, наверное, больше работа тренерского штаба. Подсказали, показали, и, в общем, команда «Торнадо» во втором конкурсе одержала победу. Ну что, по 6 игроков на площадке. Пока вот как лидировала с первого игрока команда «Торнадо», так и лидирует. Метра 2 у них есть запаса. Ну, я не знаю, «Сайхун» сейчас как бы, ну, не сильно, наверное, стоит напрягаться, но напрячься стоит. Потому что разрыв небольшой, как бы есть еще запас в игроках, но вот сейчас «Сайхун» отстал еще больше. А «Торнадо» молодцы. Молодцы. Вот главное сейчас команде из Алматы не падать. Если упадут, то потеряют драгоценные секунды. Каждый из игроков это, конечно же, понимает. Вот смотрите, как быстро они поменялись местами. Ох, какая скорость! Молодец просто, красавчик! Без одной ошибки, даже под ноги не смотрел. А вот у команды «Сайхун» как-то все замедлилось. Вот еще упало на финише. Ох, «Торнадо» мне прям нравится. Ну какие же молодцы, какие красавцы. Прям без одной ошибки. Где там наши соседи, где команда из Узбекистана? Я прям их не вижу. В это время «Торнадо» закончила выступление. И «Сайхун» отстает, ну уж на очень много. И по времени, и по метрам, по дистанции. Все, «Сайхун» завершает выступление. Ну здесь все понятно, как мне кажется. Трибуны ликуют неспроста. Почему? Потому что за моей спиной их любимчики. Команда «Торнадо». Ну что, ребята, настроение у нас боевое? Да! Побеждать будем? Конечно! Пообещайте вот всем туда! Да! Ну и кто чемпион? Мы чемпион!
конкурсе «Гигантское колесо». Победу одержала команда «Торнадо». Команда «Торнадо» плюс 3 бонусные секунды в копилку. Саласар күш сынасады. Және де біз оңа сенеміз, және де сәттілік тілейміз. Бізге ұпай қосады деген үміттеміз. Енді біздің Таласар деген капитан біз өте мықты. Ол әрине жету керек осы жеңіске. Жететін деп біз үміттеміз. Его соперник капитан команды Сайхун. Приехали из далекого Узбекистана и хотим победить. Сейчас наш капитан собирается попробовать свои силы. Он должен выиграть и набрать очки. А босс, мы все надеемся на тебя. А теперь у нас по плану будет конкурс капитанов. И это тягач, друзья мои. Так что вперед и только вперед! Итак, Тауасар Бошер, представляющий команду «Торнадо» из Алматы, и Абазжон Юлдошев, представляющий команду «Сайхун» из Узбекистана. Капитаны да более известны. Каждый из них в 1/8, в 1/4 доказал, что они сильнейшие. Вот сейчас их дорожки сошлись, пути пересеклись. И сейчас они друг другу постараются доказать, что именно их выбрали недаром, что они сильнейшие капитаны. Итак, борьба за бронзу. Конкурс «Тягач». Задача капитанов – перетянуть друг друга и сбить с шеста баскетбольный мяч. Вот в одном из этапов главный судья соревнований Михаил Дедов говорил о том, что в горизонтальном положении находиться нельзя. Нужно стоя перетягивать друг друга. А здесь оба капитана легли на татами и пытались немного схитрить. Итак, был свисток. Подправляют инвентарь. Поправляют стойки с мячами. И сейчас все начнется с самого начала. По итогам двух конкурсов команда «Торнадо» впереди. У них 6 бонусных секунд. У команды «Сайхун» 3 бонусные секунды. Ну, кто кого? Кто кого? О, трибуны прям ликуют, ревут. Смотрите, не сдаются капитаны. Оба сильные, оба молодцы. Прям из тянучек сейчас вылезут, выпрыгнут, оба есть. Первый балл у команды «Сайхун». А также отмечу, что на ногах капитанов гигаботы. Достаточно неудобные ботинки. Смотрите, как обхитрил. Рукой дотянулся в это время, пока капитан команды «Сайхун» Абазжон Юлдошев тянулся к стойке с мячом. А Таусар Башен, он просто протянул руку и задел. Счет 1-1. Борьба до 3 баллов. Вновь все начинать с самого начала. Так, что такое? Капитаны разговаривают друг с другом. Часть команды тихонечко со стороны молча наблюдает в напряжении. Ты своим занимайся, я поставлю. Да, как говорит главный судья соревнований, задача капитанов заниматься своим делом. То есть выиграть. Все. На другие вещи они отвлекаться просто не должны. Вот как мне кажется, у капитана из команды «Торнадо» то ли антропометрические руки длиннее, то ли как это ему легко. Вот дотягивается рукой, остается так, да, 5-10 сантиметров. Все, есть второй балл.
повыше ростом капитан команды «Торнадо». Соответственно, размах рук у него другой. А вот здесь, когда... Есть, все. 3-1. Таусар Бошен выводит свою команду еще раз вперед. Команда лидирует. Молодцы. В конкурсе «Тягач» победу одержал капитан команды «Торнадо». Капитан команды «Торнадо» в нелегкой схватке одолел таки соперника. Бошен Таусар. Именно так зовут нашего богатыря. Сейчас мы проигрываем, но мы готовы выиграть и выйти вперед. Они не безгазжимжатермис, рахешханда жахтайда да. Босауга бомайды. Сонда нойногедек багана жатла финалда сонда. Өте үлкен қатер жіберіп қойып, алдымызға жіберіп қойдық Арсенал командасын. Перед финальной эстафетой могу сказать только одно. Кому-то обязательно сегодня достанутся бронзовые медали турнира. Я чемпион Бурабай Open. Ну что, поехали! Друзья, финальный конкурс. Эстафета. У команды «Торнадо» преимущество в 6 бонусных секунд. Команда «Сайхун» стартует позже. И сейчас попробуют догнать и обогнать команду «Торнадо». Да, были случаи, когда даже с таким преимуществом отстающая команда не только догоняла, но и выигрывала всю игру. Получится ли это сделать у команды из Узбекистана? Узнаем совсем через несколько минут. А сейчас у нас на площадке забег гигабота. Неудобные, тяжелые, большие ботинки. И не всегда игрокам удается справиться в них. Но оба сейчас игрока, представители команд «Торнадо» и «Сайхун» справились. Сейчас тоже достаточно сложный этап. Роликовые коньки, клюшка, квадратная шайба. Команда «Торнадо» справляется. Нет, еще не справилась. Смотрите, какая была досадная ошибка. И это позволило команде «Сайхун» стартануть практически одновременно вместе с командой «Торнадо». Так, работа на скейте в двойке. Здесь, как я говорил много раз, все зависит от того, кто лежит на скейте. И корпусом дает возможность обходить эти кубы. Бег в мешках. Команда «Торнадо» впереди. «Сайхун» отстает, но практически нагоняет. Да, да, да. Нагнали. Более того, обогнали. Молодцы, молодцы. Команда из Узбекистана. Красавцы. Вырвались вперед. Работа в двойках. Все. Команда из Узбекистана впереди. Команда «Торнадо» отстает. 6 бонусных секунд было у команды. Растеряли преимущество. Ну как такое можно делать в финале? Это борьба за бронзу. Непозволительное расточительство. Ох, еще и падение. Да что такое творится? Команда из Алматы ошибается. И вновь ошибка. «Сайхун» рвется к бронзовым медалям. Работа с баскетбольным мячом. Ну неужели наши соседи победят? Так, все. У «Сайхун» практически последний игрок. И там пойдет работа в змейке. Ну, «Торнадо» отстают. Ох, как сильно отстает «Торнадо». «Сайхун» ликуют. Все, последний этап у команды из Узбекистана. Молодцы, красавцы. Как мне кажется, «Торнадо» проигрывают. «Сайхун» уже не торопится, понимает, что они победили. Это бронзовые медали у наших соседей. Международный финал, бронзовый финал. Все, «Сайхун» победители. Молодцы, мы вас поздравляем. «Торнадо», к сожалению, ошиблись. Ошиблись и проиграли. Ох, какие эмоции сейчас у команды «Торнадо». Прям победа была в их руках, но растерялись, перенервничали, проиграли. «Сайхун» молодцы. «Торнадо», не расстраивайтесь. Мне кажется, здесь добавить нечего. Нужно только смотреть на то, как ребята радуются. Ребят, вы чемпион!
Ну что, дорогие друзья, в бронзовом финале слабых команд быть в принципе не может. Каждая из команд в 1/8, в 1/4 доказала, что они могут претендовать, конечно, на золото, но где-то споткнулись они. Но в любом случае это позволило им выйти в бронзовый финал и побороться друг с другом. Сразу скажу, что этот финал с бронзовым отливом был международным. Команда из Казахстана, это команда «Торнадо» из Алматы и команда «Сайхун» из Узбекистана боролись, борьба была равной, борьба была бескомпромиссной, борьба была честной. Вот в перетягивании канатов команда из Алматы доказала, что физически они намного сильнее. В других этапах команда из Узбекистана доказывала, что они, возможно, хитрее, возможно, быстрее. Были падения, были ошибки. Судьи на площадке, конечно же, их фиксировали, и это приводило к общему подсчету. Но в любом случае, те команды, которые финишировали первыми, в итоге брали свои бонусные секунды. То есть, таким образом можно сказать, что ошибки не были настолько стратегическими. Борьба капитанов была достаточно долгой, достаточно напряженной, интересной. Капитан команды «Торнадо» обхитрил своего оппонента из команды «Сайхун» и смог вырвать победу. Разрыв 2 очка. 3-1 победил Таусар Башен. За него радовалась вся команда, тренерский штаб. Финальная эстафета. Ну что говорить про нее? Команда из Алматы вышла на старт с 6-секундным опережением. Все шло у команды хорошо, но где-то в середине этапа они начали ошибаться, спотыкаться, падать. И это позволило команде из Узбекистана опередить их и победить. С чем мы их и поздравляем. По мнению судейского корпуса. Итак, звезду игры получает Таусар Башен, капитан команды «Торнадо» из Алматы. В капитанском конкурсе он доказал, что звезда игры по праву должна достаться ему. Таусар, мы тебя поздравляем, ты молодец, красавец. А победа в сегодняшней игре и бронзовые медали проекта «Я чемпион» получает команда «Сайхун». Ну что ж, дорогие друзья, дамы и господа, команда «Сайхун». Ну и вопрос один задаю я вам. Кто чемпион? Чемпионами просто так не рождаются. Чемпионами становятся. Нами движет не жажда прославиться. Нами движет желание познакомиться. Нами движет желание быть здоровыми. Победами новыми мы поднимем страну, победами громкими. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Наш девиз просто так не сидеть на месте. Наш девиз не сдаваться на волю судеб. Наш девиз мы команда, мы вместе. По-другому теперь уже точно не будет. По большому счету нам даже не важно, кто сегодня окажется на пьедестале. Мы боролись честно, боролись отважно. Мы огромной дружной командой стали. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Let's go!